Хорошо, смертный. Все приведено в порядок. Аркендор спустился в ямы. Он будет наказан за предательство, а тебя ждет награда за покорность. Иди ищи свою судьбу. Я буду следить за тобой, и, возможно, мы встретимся снова. Кто-то остался в живых? Одержимые лишь сосуды моего благословения. Оно перейдет к другим через их касание и через мое. Другой смотритель займет место Аркендора, когда придет время. Ныне все очищено и приведено в порядок. Прими порядок и жестокую правду. Прощай.
сгоришь! Говорят, неподалеку были какие-то беспорядки. Мне не стоит говорить, с кем попало. У меня ответственное дело, знаешь ли. Нет, я справлюсь. Но все равно спасибо. Смотри-ка, пещера. Кто знает, что там внутри?
Азура предсказала твой приход, странник. Не любопытство, но сама судьба привела тебя сюда. Это святилище было возведено Данмерами. Когда наша земля корчилась в пламени и потоках лавы, пророчество Азуры привело нас в безопасное место. Она Даэдра, могущественное создание, что наблюдает за нами с иного уровня бытия. Она избрала тебя своим верным воином. Ступай теперь в крепость, которой вода угрожает, но не касается. Внутри ты отыщешь эльфийского мага, способного самую яркую звезду сделать чернее ночи. Эти слова звучат загадкой, я знаю, но Азура не ошибается. Полагаю, крепость, о которой идет речь, это Винтерхолд. Спроси, знают ли они там эльфа-колдуна. Святилище построили Данмеры, мои сородичи. Мы бежали из Моровинда почти 200 лет назад, после извержения Варденфела. Тем из нас, кто был верен Азуре, она даровала видение, которое позволило нам вовремя покинуть остров. Это святилище было возведено в благодарность ей, чтобы никто не забывал, что она бережет нас. Пусть сумерки укажут тебе путь. Все случится, как было предначертано. Да, поначалу были и другие. Но видения Азуры испытывали веру на прочность. Один за другим они все ушли. Они слишком страшились узнать собственное будущее. Но я не хочу покидать святилище. Видение — это дар. Азура предупреждает меня о катастрофах, войнах, гибели, прежде чем они происходят. Я не откажусь от ее зрения. Все предопределено, и каждому из нас надлежит сыграть свою роль. Чужеземцы. От них одни проблемы. Они приняли меня за какую-то другую редгардку и никак не хотели отвязаться. Надеюсь, они заблудятся в этой глуши.
Что я должен делать? Вступить в коллегию и кичиться тем, какой я крутой маг? А ну-ка, стой! Ты куда это собрался, а? Выбить! Говорят, стража рассвета возрождается. Это охотники на вампиров. Или что-то там. Они обосновались в старом форте возле Рифтена. Может и нет. Может и мне стоит. Попробовать стоит. Я продаю почти все, что угодно, если мне это выгодно. Помни об этом, хорошо? Очень смешно. Уверена, мимо тебя не прошел тот факт, что Винтерхолд явно не бурлит жизнью. Так что я продаю все, что продается. Если за что-то можно выручить хоть септим, я его продаю. Пару раз я была на грани разорения, пару раз сильно обжигалась, но в целом пока держусь на плаву. Да, сглупила я. Нужно было не вестись на эту историю и ничего не покупать. А теперь я тут торчу с этим бесполезным хламом. Что-то про этот коготь и курган Ингола. Он сказал, что если отнесешь коготь туда, он на вес золота будет цениться, а то и больше. Вроде надо положить его обратно в чертог Ингола. Я не поняла точно. О чем я думала? Даже если это правда, ноги моей не будет ни в одной древней гробнице. Кто знает, что там может быть? Мне уже наплевать. Хочешь проверить? Ладно, 50 золотых, и это станет твоей проблемой. Вот, держи. Если эта штука сведет тебя в могилу, ко мне никаких претензий, ясно? Но если вдруг окажется, что она на самом деле чего-то стоит, ты мне скажи потом, ладно? Уж не по собственной воле, уверяю. Особого выбора у нас не было. Мы с Ранмером выросли здесь, да и почти все деньги, что удается заработать, он пропивает. Куда-то уезжать деньги нужны, а их не было, так что я решила открыть лавку прямо здесь. Славного денька. Рано-то перевязываешь? Воняешь, как мокрая собака. Говорят, тебе удалось прикончить тех гнусных ведьм. Молодец. Не зря ты в соратниках. Прости, но ты не мог бы описать запах? Воняло так, как будто какое-то ужасное чудовище сначала вывернуло наизнанку, а потом разорвало. Что ты натворил? Это был небольшой просчет. Я уже исправил его, больше не повторится. Вот поэтому люди и не любят вашу коллегию, Ниласар. Если тебе будет что-нибудь нужно, просто дай мне знать. Ну и что? Это маги живут в коллегии. Расспроси их, ну, тогда, если тебя туда пустят. У себя дома. Кстати, Неласару что-то может быть известно. В коллегии он состоял давно, а теперь снимает комнату здесь. Скажи-ка, Ранмер уже выпрашивал у тебя выпивку? Недавно. Да он мне столько денег должен, что можно было бы сжечь эту таверну, отстроить и снова сжечь. Просто для забавы. Да, ему не всегда везло в жизни. Но я не могу ему позволить тут напиваться, пока он не отдаст хотя бы часть долга. Да пожалуйста. Он сейчас довольно трезвый, может и послушает. В таверне или в Винтерхолде? Хотя, полагаю, ответ один и тот же. Для Винтерхолда настали трудные времена.
И это мягко говоря. Большинство народу поразъехалось уже много лет назад. Остались только самые упрямые или самые глупые. Вот и пытаемся как-то выжить. Славного Минька. Если не поставишь мне еще кружечку, то можешь идти дальше. По какому праву ты мне приказываешь? Я и заплачу, когда буду готов. Верно. Что бы сказали мои працы, если бы узнали, что я долги не отдаю? Скажи Харан, что я принесу ей деньги. До встречи. Я просто хочу спокойно выпить, ну. Мы не так богаты, как Вайтран или Солитьют, но мы сделаем все, чтобы вам у нас понравилось. Спасибо. Он хороший человек, просто не дружит с деньгами и выпивкой. Мой муж Дагур рассказал бы тебе парочку историй. О, у меня есть несколько вещей Ранмера, которые он заложил, когда еще платил. Думаю, они по праву твои. Угу. Курьер опять жалуется на наших клиентов? Ну и что? Это наша таверна. Они его не обижают. Как я понимаю, его обижает их присутствие. Ну тогда пусть ест и пьет у себя дома. Я больше не занимаюсь поступающими в коллегию, так что не утруждай себя вопросами. Мои дни в коллегии давно прошли. Но я предпочитаю все-таки не уезжать далеко. Кто тебя послал? Коллегия? Ярл? Мы же договорились, что вопросов больше не будет. Азура? Боги! Старое наваждение вновь вернулось ко мне. Что тебе известно о камнях душ? Да, только камень всегда поглощается. Они хрупкие. Все, кроме одного. Звезда Азуры. Дейдрический артефакт, способный пропустить сквозь себя сколь угодно много душ. Некоторые из нас захотели понять, как такое возможно. Я тогда работал под началом Мейлена Варена. Если бы только мы знали в ту пору, что он на самом деле задумал. Мейлин хотел изменить звезду. Он умирал от недуга. Он думал, что сможет поместить свою душу вовнутрь, стать бессмертным. Это свело его с ума. Ученики начали умирать. В конце концов, коллегия исключила его из своих рядов. Он забрал нескольких верных последователей и скрылся с ними в глубинах Иллиналты. Послушай, мне нет дела до того, кто поручил тебе найти звезду. Но не возвращай ее Азуре. Даэдра — это зло. Это они свели Мейлина с ума. Азура не просто Даэдра. Она повелевает целым царством в Обливионе. Чем больше Мейлин трудился над звездой, тем сильнее Азура на него влияла. Все началось незаметно. Мейлин стал видеть то, чего никто больше не видел.
Потом принялся кричать на учеников за какие-то слова, которых те не говорили. Как-то раз я зашел к нему и увидел, что Мейлин убил ученицу и в приливе кошмарного вдохновения использовал ее душу для своей работы. Коллегия бы с тобой согласилась, но ты представляешь, сколько невинных жизней было загублено, только чтобы Азура смогла отомстить. Для Даэдра мы ничто. Пешки, которые можно двигать, хвалить и наказывать как угодно. Я уже говорил, что звезда — это камень душ, который можно использовать повторно. У этого артефакта есть еще одна особенность. В звезду можно помещать лишь белые души, принадлежащие низшим созданиям. Магия Азуры не позволяет черным душам проникнуть внутрь. У Мейлина, как у любого смертного, черная душа. И потому одной из целей его работы было обойти законы Азуры. Он был уже на грани. В общем, я тебе уже рассказывал. Это просто детская игра. Не стоит волноваться. Итак, ты хочешь овладеть тайными искусствами. Я не хочу, чтобы Эрит играла в такие игры. До встречи. Ладно, ладно, я с ней поговорю. Эй, поосторожней. Я продаю почти все, что угодно, если мне это выгодно. Помни об этом, хорошо? Я кручусь, так что мы пока держимся. Да уж, раз на брата полагаться нечего, приходится все делать самой. Погляди. Переходи мост на свой страх и риск. Путь опасен, а врата не откроются. Тебе не войти. Мой долг — помогать тем, кто ищет мудрости в коллегии. И если мое присутствие поможет отвадить тех, кто хочет причинить нам вред, тем лучше. Более важный вопрос — зачем здесь ты? Возможно. Но что ты хочешь найти внутри?
самом деле, многие из нас годами изучают собранные здесь знания о свитках. Но то, что ты ищешь, не дается легко и может даже погубить человека со слабой волей. Думаю, в коллегии есть то, что ты ищешь. Вопрос в том, что ты можешь предложить коллегии. Внутрь не пускают, кого попало. Претендент должен продемонстрировать определенный уровень владения магией. Небольшой экзамен, с твоего позволения. Нет, ничего подобного. Отлично. Мастера школы изменения умеют призывать магический свет. Примени это заклинание к печати на земле. Здравствуйте. Добро пожаловать в коллегию Винтерхолда. Много знаний ждет тебя в ее стенах. Если сдашь его, тогда да. Давакин, мы очень давно ничего не слышали о седобородых. У тебя действительно есть голос? Мне было бы очень интересно увидеть его в действии. Если у тебя и правда есть голос, можешь показать его мне? Я такого сама никогда не видела. Что? Так значит, слухи были верны. Ты Давакин. Обычно мы требуем, чтобы претендент доказал, что пригоден к изучению одной из школ магии. Но... я думаю, что мы многому сможем друг у друга научиться. Я думаю, наша коллегия будет гордиться таким пополнением. Добро пожаловать, ученик. Я проведу тебя по мосту. Когда войдешь внутрь, поговори с Мирабеллой Эрвин. Она имеет титул мастера-волшебника. Пожалуйста, иди за мной. Пусть слава Винтерхолда осталась в прошлом, но коллегия живет. Только думай, где и как применять мою науку. Конечно. Заклинания школы разрушения делятся на несколько групп, и каждая из них подходит для определенной цели. Заклинания сосредоточения могут применяться без подготовки, но при этом они слабее обычных. Они хорошо подходят в сложных ситуациях и обойдутся не так дорого, если ты промахнешься. Также стоит решить, посвящать ли себя какой-то одной стихии магии. К примеру, если изучать лишь огненные заклинания, то ты станешь мастером этой стихии, но при этом можешь оказаться в опасной ситуации, столкнувшись с врагом, у которого иммунитет к огню. Чары и заклинания для тех, у кого есть к ним талант.
Мирабелла будет тебя ждать. Это заклинание, которое блокирует магию. Да, конечно. Я просто пытаюсь понять, чем вызвано такое решение. Вы, наверное, привыкли, что Империя склоняется перед каждой вашей прихотью. Но, боюсь, талмарцы не потерпят такого обращения. Вы гость коллегии, и вы находитесь здесь с разрешения Архимага. Надеюсь, вы цените эту возможность. Да, конечно. Моя благодарность Архимагу. Очень хорошо. Тогда позвольте откланяться. Добро пожаловать в коллегию. Опять ученики. Удивительно, в последнее время столько новеньких приходит. Итак, сначала тебе нужна одежда. Носить не обязательно, но может она тебе понравится больше, чем то, что на тебе надето. Я тебе быстро покажу, что у нас есть и где находится, а потом пойдешь на первый урок. Ну что, начнем? Чудесно. Следуй за мной и не отставай. Коллегия Винтерхолда существует в Скайриме на протяжении многих тысяч лет. Ее зал стихий очень знаменит. Это главное помещение для лекций, практических занятий и общих собраний. Арканиум находится над залом, а еще выше апартаменты Архимага. Формально он заведует коллегией, однако он очень занятой человек, так что ежедневными делами занимаюсь я. А теперь прошу, я покажу тебе общежитие. К сожалению, нам приходится придерживаться строгих процедур допуска из-за некоторых проблем с местными нордами. Мы не ждем настоящего нападения, но быть готов никогда не помешает. Наши новички живут здесь, в зале одобрения. Я очень прошу тебя не повышать голос в помещениях, поскольку другие, возможно, в это время работают над исследованиями или сложными экспериментами. Теперь я покажу, где будешь жить ты. Мы разместим тебя вместе с другими учениками. Скоро ты с ними познакомишься. Здесь ты будешь жить. Вот твоя кровать и стол. Пожалуйста, старайся уважать других. А теперь мы вернемся в зал стихии, где большинство членов коллегии собирается для лекций и практических занятий. Вначале ты будешь учиться у Толвдера. Он один из наших самых уважаемых волшебников. Толвдер, по-моему, уже произносит речь перед новичками. Иди туда, и если у тебя возникнут сложности, сообщи кому-то из старших.
Добро пожаловать. Мы как раз начинаем. Пожалуйста, садись и слушай. Итак, как я уже сказал, прежде всего нужно уяснить себе, что магия по природе своей непостоянна и опасна. Если ты не можешь ею управлять, она может уничтожить тебя. И уничтожит. Простите, я думаю, мы все это очень хорошо понимаем. Если бы мы не могли управлять магией, нас бы тут не было. Конечно, моя дорогая, конечно. Все вы обладаете врожденным природным даром. Я не ставлю это под сомнение. Я говорю об истинном контроле, о мастерстве магии. Чтобы овладеть им, нужны годы учения и практики, если не десятилетия. Тогда чего мы ждем? Давайте начнем. Тихо, тихо. Именно об этом я и говорю. Рвение должно умеряться осторожностью, иначе катастрофа неминуема. Но мы же только прибыли. Вы понятия не имеете о том, на что мы способны. Дайте нам шанс показать, что мы умеем. Я все еще не знаю, что ты об этом думаешь. Что нам делать? Что ж, остальные ученики явно с тобой не согласны. Ой, не слушайте его. Мы можем, только дайте нам шанс. Ладно, давайте успокоимся. Давайте попробуем что-нибудь практичное. Продолжая тему безопасности, начнем с защитных чар. Я покажу вам охранное заклинание. И мы посмотрим, удастся ли вам с его помощью блокировать чужую магию. Хорошо? Ты мне не поможешь кое-что продемонстрировать? Тебе знакомы заклятия обереги? Ну и ладно. Я могу научить тебя самому простому оберегу для цели этого урока. Теперь встань, пожалуйста, вон там. Я наложу на тебя заклинание, а ты блокируй его. Поехали. Пожалуйста, становись напротив меня. Никто не должен оказаться между нами. А теперь скажи защитное заклинание и поддерживай его. Тебе нужно поддерживать заклинание, иначе оно не сработает. Я не хочу причинить тебе вред. Сюда, пожалуйста. Становись напротив меня. Никто не должен оказаться между нами. А теперь скажи защитное заклинание и поддерживай его. Стой смирно. Великолепно! Что ж, думаю, это отличное начало. Прошу вас, продолжайте упражняться с защитными чарами. Думаю, мы уже готовы к знакомству с некоторыми применениями магии на исторических примерах. Коллеги проводят интересные раскопки в руинах Саартала неподалеку. Это великолепная возможность для обучения. Предлагаю встретиться там через несколько часов и посмотреть, что ждет нас внутри. На этом все. Всем спасибо. Коллеги в Скайриме. Здесь недавно, да? Тебе уже удалось достичь успеха в экспертных заклинаниях школы разрушения? А, это хорошо. Но Дзарга выучит их первым. Хорошо, наконец-то, оказаться среди магов, которые могут угнаться за Дзарго. Дзарго уверен в себе не просто так. Магическое искусство, обаяние и сильная воля. Дзарго достигнет успеха, в этом нет сомнения. О, да. Дзарго надеется найти реликвии, которые его сделают могучим магом. Лучше всего маленькие штучки, которые влезут в карман и которых никто не хватится. Быстрая охота.
Ты находишься в Арканиуме, и здесь я главный. Это место словно бы мой собственный маленький план Обливиона. Если ты нарушишь порядок в Арканиуме, мои злобные атронахи разорвут тебя на части. А теперь, чем могу быть полезен? Конечно, если бы не я, большая часть этих книг обратилась бы в пепел или распалась в прах еще до начала третьей эры. Магам нужно постоянно напоминать, чтобы были осторожны с материалами исследований. Только прошу тебя, не забудь помыть руки, прежде чем что-то трогать, хорошо? В крепостях не любят чужаков. В Скайриме не всегда хорошо относились к оркам. Чтобы тебя приняли там, нужно, чтобы кто-то из орков объявил тебя родичем по крови и сообщил об этом вождям. Такая честь не дается кому попало. И что ты будешь с ним делать? Ты хоть понимаешь, о чем просишь? Или ты просто чей-то мальчик на побегушках? Я так и знал. Все приходят сюда за помощью, но никто не может даже задать правильный вопрос. Древний свиток — это орудие великого знания и власти. Чтобы прочесть древний свиток, твой разум должен быть идеально подготовлен, а иначе ты сойдешь с ума. И все равно, боги обычно отнимают у читающего зрение. Проще всего назвать это знанием, но когда говоришь о древнем свитке, не стоит упрощать. Он — отражение всего возможного будущего и всего возможного прошлого. Каждый читатель видит свое отражение через свои очки, поэтому прочтения бывают очень разными. Но в то же время все в нем истина, даже неправда. Особенно неправда. У меня бы ушел месяц только на то, чтобы объяснить тебе, почему этот вопрос не имеет смысла. Свитки существуют здесь, с нами, но также и в иных мирах. Над нами и под нами, до и после. Они частицы богов, облеченные в материю, чтобы мы их познали. Извини. Говоря о свитках, поневоле приходится прибегать к раздражающе нечетким метафорам. Некоторые увлеченные их исследователи просто сходят с ума. Ха! Думаешь, я отдал бы его тебе, даже если бы он у меня и был? Его бы охраняли как зеницу ока. Величайший вор в мире не смог бы добраться до него. Что? Постой. Это ты? Это тебя звали Седобородые? Я найду тебе все, что мы знаем о них, но это немного. Так что особо не надейся. По большей части это ложь, разбавленная слухами и домыслами. До встречи. Вот, держи. Постарайся ничего на них не пролить.